Дорогие друзья, сегодня, отмечая трагические события августа 91 года, давайте вспомним, с чем пришли в этот мир отцы-основатели современной России, как они себя называют. Когда Ельцин, Гайдар, Горбачев, Чубайс и прочая политическая шушера рвались, разрушали Советский Союз, они нам обещали свободные выборы и банкет демократии. Как только Верховный Совет, который избирал Ельцина сначала председателем Верховного Совета, затем президентом, как только он решил его сместить, Ельцин расстрелял его из танка. Они нам говорили, что будут альтернативы на выборах. Сегодня мы видим, что парламент – это клака. Там нет ни одной политической партии, которая отражала бы интересы народа. Но ты скажешь о парламенте, уже не дают говорить. Поэтому, типа, если быть очень коротко, то все оппозиции сегодня, если мы хотим извлечь уроки из прошлого, надо сплотиться на одном. Они учили нас уважать Конституцию. Кто помнит, академик Сахаров выходил в Лужники под лозунгом «Вся власть советам». Давайте от них требовать. Написали в Конституции, что есть свободные выборы, что народ – это высший суверен. Давайте требовать от них выборов без посредничества продажных политических партий. Записали, что народ может избираться по одномандатным округам. Возвращайте это право. Мы хотим видеть в Государственной Думе таких людей, как Сергей Удальцов, как Эдуард Лимонов, как Виктор Ампилов. Называйте кого угодно, они будут в тысячу раз сегодня лучше тех, кто находится в нынешнем составе Государственной Думы. На предстоящих выборах требуем не только ни одного голоса партии жуликов, негодяев и проходимцев, но ни одного голоса их парламентским подпевалам. Да здравствует восстановление Конституции в полном объеме! Вся власть народу и только народу! Да здравствует наш многонациональный народ, который суверен не только по Конституции, но и в силу нашей истории. Он вершил ее в октябре 17 года. Он вершил ее на баррикадах октября 93 года. И мы достойны того, чтобы не только контролировать, не только избирать свою власть, но и править самим. Вся власть народу вместе! Вся власть советом! Победим! Ура!